Всем привет! Вы на канале «Рандомная география». Здесь собраны самые интересные и необычные факты о случайно выбранных странах. В каждом выпуске новая страна. И сегодня мы отправимся в Норвегию. Это страна контрастов и острых ощущений. Здесь величественные горы нависают над таинственными фьордами. Суровую зиму нередко сменяет роскошное лето, а долгие полярные ночи уступают место белым ночам. Эта страна позволит путешественнику вкусить и традиционного уклада жизни, и благ современной цивилизации, и природных красот, и городских удовольствий. Норвегия, известная преимущественно своими природными красотами, богата еще историей и культурной жизнью. Летом здесь происходит много событий, связанных с природой и культурой, включая праздники и концерты под открытым небом среди живописных мест. Зима предлагает свои развлечения, от лыж и иных спортивных забав до рождественских ярмарок и такого зрелища, как северное сияние. Факт 1. На протяжении многих лет Норвегия, треть территории которой расположена за полярным кругом, занимает высшие места в списке стран по индексу человеческого развития. С 2001 по 2006 и с 2009 по 2017 год она находилась на первом месте в этом списке. 2. Уровень жизни в Норвегии является одним из самых высоких в мире. В 2009 году журнал Foreign Policy признал Норвегию самой хорошо функционирующей и стабильной страной в мире. Факт 3. Норвежские викинги оказали сильное влияние на западную цивилизацию. Они населили Шотландские, около 700 года, и Фарерские острова, около 800 года. Достигли побережья и вторглись в Шотландию и Ирландию, 795-821 года, где основали Уотерфорд, Корк, Дублин и Лимерик. Они же колонизировали Исландию и Гренландию в IX-X веках. Первое открытие американского континента европейцами приписывается экспедиции под руководством Лейфа Эриксона. Экспедиция в Винланд, предположительно в канадской провинции Ньюфаундленд, состоялась примерно в 1000 году. Факт 4. Современное королевство Норвегия достаточно молодое. Страна обрела независимость 18 ноября 1905 года после распада Союза со Швецией. 5. Береговая линия Норвегии самая длинная в Европе, за исключением России. 25 149 километров, и седьмая в мире. Если брать в расчет все фьорды острова, то протяженность береговой линии составит более 100 тысяч километров. 6. Одной из самых известных достопримечательностей страны является древняя каркасная церковь, Баргунская Ставкирка. Она была построена в XII веке во время правления Олава Кира Мирного. 7. Хорниндальсватнет является самым глубоким озером в Европе, его глубина достигает 514 метров. Водопад Варингфоссен – самый высокий в Европе, 860 метров, и шестой по высоте в мире. Сагнефьорд – самый большой фьорд Норвегии и третий в мире. Этот самый длинный свободный ото льда фьорд в мире имеет глубину 1308 метров и протяженность 205 километров. 8. Норвегия – родина современного лыжного спорта. Слово «ски» по-норвежски значит «кусок дерева». Факт 9. Норвежцы выиграл больше золотых, серебряных и бронзовых медалей на зимних Олимпийских играх, чем любая другая страна в мире. Из 329 завоеванных медалей, 118 золотых, 111 серебряных и 100 бронзовых. Норвегии также принадлежит мировой рекорд по количеству олимпийских медалей на душу населения. На 5,196 тысячных миллиона норвежцев на данный момент приходится 544 олимпийских медалей. Норвегия дважды принимала зимние Олимпийские игры, в Осло в 1952 году и в Лиллехаммере в 1988 году. 10. Норвегия является 10-м по величине экспортером нефти в мире и 3-м крупнейшим экспортером природного газа после России и Канады. Нефть и природный газ составляют 57% экономики Норвегии и обеспечивают треть налоговых поступлений. 11. 98,5% норвежской электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями, это самый высокий показатель в мире. 12. Вырубка лесов в Норвегии не ведется вообще, норвежцы предпочитают закупать древесину у стран, которые не так заботятся о своей природе. Факт 13. Норвегия занимает первое место в Европе по количеству автомобильных туннелей. 14. Самая северная точка материковой Европы, Нордкап, расположена именно в Норвегии. 15. Норвегия стала одной из первых стран, учредивших Министерство окружающей среды. Это произошло в 1972 году, в то время как в большинстве стран мира такого министерства нет до сих пор. 16.
В Норвегии два официальных языка – риксмал или бакмал, книжный язык, модификация старого дано-норвежского языка, оставшегося со времен датского господства, и нинорск, или ландсмал, который появился в XIX веке с подъемом норвежского патриотизма и основан на древнескандинавских диалектах. Наиболее часто используемым является бакмал. 17. Государственные университеты в Норвегии бесплатны для всех студентов вне зависимости от национальности. Факт 18. Купить спиртное в Норвегии не только дорого, но и непросто. Алкогольные напитки продаются только в магазинах под названием Винмонополет, которых только по два в городах и ни одного в сельской местности. 19. Номинально Норвегией правит король. 20. По норвежскому телевидению большая часть передач идет на английском языке с субтитрами на норвежском. А какие интересные факты о Норвегии знаете вы? Оставляйте ваши ответы в комментариях, нам это важно. Не забудьте поставить палец вверх этому видео и подписаться на канал.